гауляйтеру Эриху Коху. В то время, как наши отважные воины 217-й Восточно-Прусской дивизии, преодолевая ожесточенное сопротивление врага, продвигаются к Петербургу, в огне войны гибнут культурные и исторические ценности мирового значения. Не исключено, что такая участь может постигнуть и выдающиеся произведения прусских мастеров, национальную гордость Германии, янтарную комнату, находящуюся ныне в Екатерининском дворце города Пушкин, Царское село. Необходимо принять меры для возвращения этого шедевра в лоно Родины, и поскольку она сделана из прусского янтаря, в Восточную Пруссию, в Кёнигсберг. Как директор музеев искусств Кёнигсберга, я гарантирую ее принятие и размещение в одном из помещений Кёнигсбергского замка. Хайль Гитлер. Альфред Роде. Кёнигсберг. 9 августа 1941 года. Действуй. Доктор Роде. Альфред Фриц Фердинанд. 1892 года рождения. Гамбург. Директор Кунстзамлунген. Доверенный специалист Эриха Коха в области янтаря. Проживает Кёнигсберг, Бейкштрассе 1. В Пальмникине на янтарном комбинате был создан специальный детский лагерь. Кто-то догадался, что детские руки, тонкие детские пальцы, очень подходят для поиска янтаря в мерзлой ледяной земле. По 8 часов дети выбирали своими заледенелыми пальчиками янтарь из голубой земли шахты «Святая Анна». Детям давали новые немецкие имена. Сергей становился Карлом, а Федор – Фрицем. 9 августа наши войска еще вели ожесточенные бои далеко от Ленинграда, а Рода каждый день подсчитывал, сколько еще километров, сколько дней боев остается между передовыми отрядами германских войск и городом Пушкин, Екатерининским дворцом, янтарной комнатой. Роде нервничал. Не видя янтарной комнаты, он знал о ней все. Он ощущал ее как живое трепетное существо. Он был влюблен в это источающее золотистый свет чудо и терзал себя вопросом, успеют ли русские размонтировать ее и увезти в Петербург. Сегодня в помещении исторического кабачка «Блютгерихт» состоялась пресс-конференция, которую дали общественности обер-бургомистр Кёнигсберга доктор Гельмут Виль, директор Музея истории искусств Кёнигсберга доктор Альфред Роде и доктор Герхард Штраус. В российских, литовских, белорусских музеях скопилось огромное количество германских ценностей. Среди них и знаменитая янтарная комната. В 1716 году прусский король Фридрих Вильгельм привел своего гостя, русского царя Петра, в янтарный кабинет. «Такого чуда я еще никогда не видел», — скажет царь прусскому королю. «Теперь вы будете любоваться им всегда». Я
Я дарю вам это выдающееся произведение прусских мастеров как символ военной дружбы, как символ военного союза. «Мы, — сказал доктор Роде, — обратились к нашему гауляйтеру господину Эриху Коху с просьбой о возвращении этих истинно германских ценностей на родину, в Восточную Пруссию, где янтарная комната будет немедленно восстановлена в своем первозданном виде в одном из помещений Королевского замка. Магистрат готов выделить необходимые средства». После чего представители общественности были угощены вином из старых запасов Блюдгерихта и пуншем «Наша победа». Совершенно секретно. Альфреду Розенбергу, рейхсминистру по оккупированным областям. «Прошу вас передать янтарную комнату моему представителю, доктору Альфреду Роде, для отправки ее в Кёнигсберг. Эрих Кох». «Дорогой Эрих, в Царское село в ближайшее время выйдет группа особого назначения из ведомства Риббентропа. Руководит операцией майор СС Эберхард фон Кёнигсберг. Но о передаче янтарной комнаты в Кёнигсберг не может быть и речи, поскольку она представляет особую государственную ценность. Несомненно, она украсит музей народов в городе Линце, в создании которого так заинтересован фюрер. Искренне ваш, Альфред Розенберг». Штаб Розенберга разместился в Риге. Официально, как бы отказав Коху, Розенберг, тем не менее, решил не спешить. Этот Кох – любимчик фюрера. К тому же, теперь он сам занялся собранием коллекции культурных ценностей. «Нет, – подумал Розенберг, – надо повременить.